Здравствуйте! В этом видеоролике мы постараемся ответить на поступающие к нам вопросы о комбинированных железобетонных колодцах с установленными резьбовыми муфтами, а также о спиральновитых трубах и аксессуарах, применение которых в совокупности позволяет построить систему кабельной канализации, которую мы, сотрудники компании «Связь-Труд-Деталь», называем системой SSD-Pipe. Особенность и основное отличие системы SSD-Pipe заключается в том, что она состоит не просто из отдельных видов продукции, а представлена изделиями, которые, как шестеренки в часовом механизме, полностью совместимы друг с другом. Это позволяет построить кабельную канализацию без каких-либо сложностей, дополнительных работ по монтажу и огромных трудозатрат. Труба в системе SSD-Pipe легко соединяется со смотровыми устройствами, а трубы соединяются между собой. И здесь не нужно сверлить, а как правило выбивать отверстия в колодцах, чтобы ввести трубы, а после производить восстановление стенок кирпичом, заделкой их бетонным раствором, тщательной замазкой щелей между трубами и краями стенок колодца. Те, кто занимается строительством кабельной канализации у нас в России, а также в странах постсоветского пространства, знают, что сложилась ситуация, когда для построения кабельной канализации разные ее элементы, такие как смотровые устройства и изделия для их монтажа, трубная продукция и аксессуары, кабельная продукция, оптические и электрические муфты, изделия металлообработки и многое другое разрабатываются, производятся и поставляются разными компаниями. Зачастую продукция одного производителя совершенно не интегрирована для совместного применения с изделиями другого. Но при этом, чтобы представить заказчику целостное, законченное решение, такие компании объединяются и выпускают альбомы технических решений, заведомо несоответствующими или вообще несовместимыми для монтажа элементами. Мы постоянно сталкиваемся с подобными запросами о помощи от строителей и проектных институтов, чтобы разрешить подобные тупиковые ситуации. И мы ежедневно трудимся над совершенствованием своих предлагаемых вам решений. Это совершенствование касается и построения системы кабельной канализации SSD-Pipe. И сейчас я вам об этом расскажу подробнее. Основные элементы построения кабельной канализации на основе системы SSD-Pipe – это смотровые устройства, трубная продукция и аксессуары для их монтажа. Про трубы SSD-Pipe и их преимущества мы уже достаточно много рассказывали. Про них снят целый ряд видеороликов на нашем канале. И если вы их еще не видели, обязательно посмотрите. Ссылки будут в описании. А вот про поколодцы опубликованной информации мало. Поэтому сейчас на одном из типов таких колодцев мы остановимся подробнее. Итак, железобетонные колодцы системы SSD-Pipe – это современные изделия, которые отвечают постоянно возрастающим требованиям телекоммуникационной и электроэнергетических отраслей. Они сочетают в себе наивысшую прочность среди всех существующих кабельных колодцев с максимально функциональным решением для простого, быстрого и качественного ввода полимерной трубы. Муфты в стенке такого колодца заранее устанавливаются в заводских условиях с учетом особенностей проектной документации. После установки такого колодца на объекте требуется всего один человек для ввода спиральной трубы, а весь монтаж трубы к колодцу занимает всего несколько минут. При разработке таких колодцев были учтены интересы как заказчика строительства, так и строительных компаний. Заказчику строительства важно получить наиболее качественные изделия для своей кабельной канализации, уменьшить срок строительства и обеспечить ее быстрый ввод в эксплуатацию. Выбор таких изделий, а также простота их монтажа важны еще и потому, чтобы в процессе строительства подрядчики построили объект максимально качественно и впоследствии расходы на эксплуатацию не превышали выделенный на это бюджет. А для строительной же организации важными факторами готовности взяться за подряд, помимо цены, являются легкость и быстрота возведения объекта, задействование минимального количества персонала и техники. При этом кабельная канализация должна прокладываться с учетом всех существующих строительных норм, включая соблюдение временных интервалов, необходимых для высыхания бетонного раствора после заделки стенок колодца в местах введения трубы.
Все эти условия особенно важны при выборе решения для возведения федеральных объектов, сроки строительства которых всегда минимальны. Кстати, вся эта партия колодцев предназначена для строительства такого объекта. Все эти непростые требования учтены и реализованы в данном виде комбинированного колодца. Сейчас мы произведем монтаж трубы в колодец, и вы сами сможете убедиться в простоте и скорости такого монтажа. Сейчас для наглядности мы произведем монтаж подготовленной трубы SSD-Pipe 63 и 110 диаметра вот в эти колодцы SSD-Pipe с предустановленными муфтами. Это колодец SSD-Pipe 3,5-10, 2,5-10 и 1,10. Начнем. Спирально витая труба SSD-Pipe любого диаметра поставляется в бухтах. Каждая такая бухта имеет одну соединительную муфту. Для монтажа трубы в колодец мы отрежем примерно 50 сантиметров трубы и произведем монтаж. Мы отрезали примерно 50 сантиметров 63-й трубы и сейчас введем ее в предустановленную муфту колодца. Делается это очень легко и просто. Все, монтаж закончен. Посмотрите, насколько плотно, без зазоров и щелей, труба вошла в муфту колодца. По-моему, идеально. Теперь для присоединения основной бухты к вот этому отрезку трубы мы полностью сгоняем муфту до края трубы. Подводим участок монтируемой трубы, стыкуем концы и методом обратного сгона соединяем два отрезка трубы. Все, монтаж канала готов. Посмотрите, как легко и просто это делать. А теперь я попробую вырвать эту трубу из стенки колодца. Поверьте мне, усилия я прилагаю, ну, максимально то, что я могу. Труба, как влитая, сидит в стенке и очень плотно сцеплена с муфтой. У меня ничего не получается. Вырвать ее, ну, усилием человека невозможно. Это я могу точно констатировать. Теперь точно таким же образом мы смонтируем трубу 110 мм. Начали. Монтаж 110-й трубы готов. Кстати, вот такое резьбовое соединение между трубой и муфтой очень надежное и самое крепкое из мне известных. На нашем канале мы ранее выкладывали ролики, в которых продемонстрировали прочность такого соединения.
Для трубы диаметром 63 мм соединение выдерживает нагрузку до 250 кг на разрыв, а для 110 диаметра этот показатель выше и достигает уже 350 кг. Если в будущем предполагается развитие и модернизация сети, то в проекте можно предусмотреть установку дополнительных муфт, которые при монтаже закрываются вот такими заглушками. Для введения в эксплуатацию дополнительных каналов необходимо будет лишь раскопать сторону колодца с предустановленными муфтами, извлечь заглушку и ввести новый канал. При этом в колодце не нужно ничего высверливать, выбивать, заделывать бетоном и гидроизолировать после его высыхания. Построенная таким образом система кабельной канализации с SD-Pipe имеет ряд преимуществ по сравнению с другими решениями. Во-первых, это продуманное, целостное и комплексное решение построения кабельной канализации нового поколения. Во-вторых, упрощение строительства со значительным сокращением времени ввода труб в колодец. Это позволяет в несколько раз сэкономить время на строительство кабельной канализации, особенно в зимний период. В-третьих, сокращение количества привлекаемых для работ монтажников и уменьшение требований к их квалификации. В-четвертых, отсутствие необходимости электроинструмента для высверливания отверстий. В-пятых, в процессе монтажа исключаются случаи какого-либо повреждения стенки колодца вне пределов ниши, потому что не нужно ничего долбить и сверлить. В-шестых, отсутствует необходимость применения кирпичей и бетонного раствора для заделки стенок в местах ввода труб, а также времени ожидания для его полного высыхания. И, наконец, седьмое. Упрощается строительство при расширении кабельной сети за счет ранее установленных муфт в стенках колодца. Теперь нужно сказать несколько слов о порядке размещения заявки на производство таких колодцев. На сайте нашей компании в карточке товара необходимого вам колодца в разделе инструкции есть бланки технических заданий на изготовление проходного или разветвительного вариантов колодца. Также для наглядности есть файл с описанием всех возможных вариантов установки в колодец спиральных труб различных диаметров. Если конфигурации колодцев одного типа несколько, то на каждую конфигурацию заполняется отдельный формуляр. Согласно техническому заданию, нами подбираются соответствующие спиральные муфты и устанавливаются выбранные стенки колодца. Все колодцы серии SSD-Pipe по умолчанию поставляются в комплектации GEC, которые включают весь комплект внутренних металлоконструкций. Это кронштейны, ерши, гайки и шайбы. На данный момент линейка колодцев SSD-Pipe включает 5 основных типоразмеров и широкий ряд их конфигураций для установки муфт. В качестве вводимых в эти колодцы каналов используются спиральные трубы, произведенные компанией «Связь-стройдеталь», которые выпускаются в диапазоне от 50 до 160 мм. Также к системе SSD-Pipe относятся аксессуары для разных диаметров труб. Это соединительные переходные муфты, адаптеры ввода, заглушки внутренние и наружные, кластеры, пробные цилиндры и другие аксессуары. Подробнее о всех этих изделиях, а также колодцах и трубах, вы можете ознакомиться на нашем сайте. Все ссылки будут в описании к видеоролику. На этом я с вами прощаюсь. Если у вас возникнут вопросы, задавайте их нам в комментариях. Мы обязательно ответим. Благодарю за внимание.